У кого-то по Москве 13, по Москве, да? Напишите, как меня слышно. Я думаю, что можно уже начинать. Напишите в чате, поставьте плюсики, если хорошо слышно. Если надо будет, сделаю погромче. Ага, все, здорово. Хрипит немного. Давайте убавлю тогда. Так, а если вот так чуть-чуть потише сделала, должно быть лучше. Так. Ну все, вижу, что плюсики пошли. Угу. Можно тогда еще чуть потише. Вот. Все, здорово. Всех поздравляю еще раз с Новым годом. Пусть этот Новый год будет самым лучшим годом в нашей жизни. Чтобы, подведя итоги в конце, да, по итогу года было за что порадоваться, да, чего мы все дружно достигли, каких результатов. Давайте познакомимся. Меня зовут Наталья Царенко. Я в закрытом звании директора на данный момент. Проживаю я в городе Находка. Это Дальний Восток. Сделала сегодня специально скрин, да, население у нас всего 150 тысяч человек, мы небольшой городок, если, я думаю, что все знают, где находится Владивосток, вот мы примерно в 2 часах езды от большого города. На скрине, здорово, Галина, приятно познакомиться. Так, сейчас технические моменты, почему-то камера не ловит меня, хорошо, вот, я думаю, это не страшно. Давайте, наверное, расскажу чуть-чуть о себе, познакомимся, да. Вот здесь на фотографии можете видеть мою семью. Это я, моя дочка Вика. Ей уже почти 6 лет. В компанию я пришла... Галин, здорово. В компанию я пришла, когда была в декрете. Нам было где-то около 2 лет. Я искала возможности. И понимала, что в интернет можно зарабатывать, но не понимала, как. У меня есть опыт уже предпринимательства. Есть вот такая вот классная картинка. Если среди вас есть предприниматели или у кого был опыт предпринимательства, картинка как раз-таки по максимуму отражает предпринимательство в России. Да, это, сынок, памятник малому бизнесу. Вот, о, здорово, камера наладилась почти. Спасибо за обратную связь в чате, классно. Смотрите, значит, есть такие заблуждения, да, когда мы приходим в бизнес, неважно, это будет компания Reflame или какая-то другая сетевая компания, мы всегда думаем о том, что здесь необходимы вложения, что-то нужно вкладывать, закупаться, за что-то платить и так далее, да. Кто имел опыт традиционного бизнеса, то, думаю, со мной согласится, что вот там-то как раз-таки, да, вложение ого-го. И не факт вообще, что через год или через 5 лет, да, ты выйдешь не то что в плюс, а хотя бы в ноль, да, всего того, что ты вложил и периодически вкладываешь. У меня есть такой опыт, хотя сейчас всегда говорю, что я вообще не продажник, да, я не умею продавать, я не продаю по каталогам, сразу развею все там мифы, да, заблуждения и так далее. Точно это не мое, я проходила это, пробовала в самом начале, пока не разобралась вообще в сути бизнеса, да, пробовала как раз таки продажи. Вот, поняла, что нет, ни в коем случае я на это не подпишусь. В чем же, да, заключается вообще идея бизнеса, да, наверное, давайте вместе с вами разберемся, да, что же мы предлагаем, да, и что предлагает, в принципе, компания Reflame, плюсы и минусы работы на самого себя с помощью интернета. Первое, это работа таким способом приносит только позитив, да, то есть если в традиционном бизнесе есть люди, которые нам могут, грубо говоря, завернуть кровь, да, свернуть, то здесь, конечно же, мы сами выбираем партнеров, с которыми мы можем сотрудничать, мы сами выбираем людей, с которыми делать этот бизнес. Это очень здорово, да, почему? Потому что, ну, всем, да, нам хочется быть всегда на позитиве, да, не хочется
какого-то негатива, которого и так, в принципе, хватает, да, у всех в обычной жизни. Здесь же плюс огромный в том, что мы выбираем свою команду единомышленников и так далее, да, сами тех, кто нам близок. Вы работаете сами на себя, и, соответственно, график работы и условия устанавливаете сами. Что это значит, да? Ну вот по себе могу сказать, что мне комфортно работать ночью, да, это хотя моя основная работа, но мне почему-то, когда там дочь ложится спать, да, хотя мы ходим в садик, днем как-то, может быть, потому что я сама с Дальнего Востока, да, и процентов, наверное, 99 всей моей команды – это партнеры, которые живут по Москве, плюс-минус, да, 7 часов, 5 часов, к вечеру только, да, просыпаются по моему времени. И вот сейчас, например, у меня 8 вечера, да, у кого-то там час дня, 2 часа дня, 3 часа дня. Вот, мне комфортно работать ночью, не знаю, я, наверное, сова. Вот, и здесь, конечно же, очень здорово для тех, кто совмещает работу с наймом, да, то есть вы приходите в проект, можете сами совмещать, как вам удобно. У нас девочки в команде, кто-то встает до работы, да, и делать действия, да, для развития здесь своего бизнеса. Есть те, кто работает ночью, да, есть у кого маленькие совсем детки, малышки, да, и они совмещают. Вот, это тоже очень классно. Отсутствие начальника, это, наверное, один из самых таких жирных плюсов. Конечно же, вы никому не обязаны, да, это только ваш бизнес. Для кого-то, наверное, это может быть минус. Да, почему? Потому что у многих людей есть стереотипы, есть мышление наемного сотрудника, когда тебе должны давать конкретные инструкции, да, что ты сегодня должен с 6 до 6 там, или с 9 до 9 отработать и, соответственно, получишь зарплату в конце месяца. Здесь же только ты сам решаешь, да, как говорится, сколько поработал, столько и полопал, да, или как там правильно есть выражение такое. Вот, также так, к этому же относится отсутствие будильника. Дальше идем. Вы не тратите ни время, ни средства на дорогу к своему рабочему месту. Тоже, да, многие люди не считают это за вложение в работу, которую вы выполняете на кого-то, да, наемный труд, опять-таки. Если посчитать проезд на автобусе туда-обратно ежедневно, это один из вложений, да, как раз-таки даже в найм, то очень-таки хорошая сумма выходит в конце месяца. А работать можно где угодно, когда удобно, да, то есть вы не привязаны к месту жительства, вы можете находиться в очень маленьком населенном пункте, главное, чтобы у вас был выход в интернет, да, гаджет, там, к примеру, телефон или планшет, и вы спокойно можете обучаться, как на примере сейчас, так можете и развивать свой бизнес, да, создавать рабочие площадки и так далее. Дальше смотрим. Возможность работать везде, да, вот я об этом сказала, где есть доступ к интернету. Отсутствие возрастных ограничений, неважно, либо вы мама в декрете, либо вы пенсионер, или еще несовершеннолетний человек, или имеете какие-то физические ограничения, вы можете здесь развиваться. Абсолютно ни к чему это не привязано. У нас есть как партнеры девочки, которые именно приходят на продажи. 15-16 лет, да, у них огромный круг общения. И, соответственно, очень быстро, да, они быстро деньги могут зарабатывать. А также и пенсионеры, да, и вообще, в принципе, есть даже, ну, как реалии жизни, наверное, когда тебе 25, да, ты только отучился, закончил институт, получил профессию, ты не востребован как специалист, потому что у тебя нет опыта. Потом у тебя появляется семья и дети, да, ты уходишь на больничный часто, ты тоже не востребованный сотрудник. Потом ты уже становится тебе 40+, да, и во многих объявлениях уже пишут, да, возраст до 35 и так далее. То есть тут, как говорится, не подойдешь, да, потому что, ну, ты не совпадаешь. Вот, ты должен быть роботом, у которого нет ни семьи, ни деток и так далее. Ну, в принципе, вы можете прочитать также мой слайдик и самостоятельно, да. Я думаю, что здесь вы во многом со мной согласитесь. Какие важные моменты, да, на что нужно обратить внимание на старте, да, нужно научиться самоорганизации, да, это вот то, о чем мы с вами говорили, отсутствие начальника, отсутствие будильника, то есть здесь нужно научиться заставлять себя ежедневно, всем новичкам своей команды всегда говорю о том, что пропиши план и возьми и просто постарайся, как сказать, слово не могу подобрать, в общем, компанию Oriflame, да, и свой бизнес просто
вставить в свою жизнь, да, как правильно сказать, когда у вас есть маленькие детки, к примеру, если вы мама в декрете, вы каким-то образом пытаетесь заработать денежку, где-то подрабатываете, может быть, да, куда-то уходите и так далее. Здесь точно так же, да, не в один час это получится, не в один момент, но нужно просто принять, да, что помимо там обычных дел, которые есть у всех, да, у вас также появляется ваш бизнес, который тоже требует времени. Нужно много работать, и я никогда никому не скажу, что здесь легко заработать, что здесь за полчаса в день, за час в день вы построите империю или вы сделаете огромный бизнес. Нет, для того, чтобы зарабатывать, конечно же, нужно работать. Работать нужно много и в системе, которую дает вам ваш наставник. Чем больше, да, вы работаете, чем больше времени вы сможете уделять этой работе, тем, конечно, лучше. И от этого зависит ваш результат, ваш доход. Если, к примеру, вы говорите себе, что через год или через два у меня будет доход от 100 тысяч в месяц, важно понимать, что у вас и через 5 лет его может не быть. Да, почему? Потому что не временем, да, исчисляется ваш результат, а, конечно же, вашими действиями. Вот. А для этого очень важно ваше свободное время, которое вы можете уделять работе, да, и правильные действия. Идем дальше. В интернет множество предложений о работе. Я думаю, что все, кто у нас сегодня присутствует на вебинаре, сталкивался, да, так или иначе с какими-то предложениями о работе и сталкивается по сей день. Почему? Потому что интернет, конечно же, сейчас огромная площадка с информацией. Вот. И я в том числе, да, сталкивалась с разного рода предложениями до лохотронов, да, всевозможных пирамид и тому подобное. Что есть финансовая пирамида? Это когда вы вкладываете денежку, да, то есть ни во что, просто в воздух, во вход в эту компанию, команду или еще что-то, и надеетесь, что в вашу команду тоже найдется такой человек, ну, как бы это ни звучало, наверное, наивный, да, что таким образом можно заработать. Вообще у нас в России по законодательству финансовые пирамиды уголовно наказуемы, да, то есть этим делом нельзя заниматься, шутить и так далее. Проекты, требующие вложений денег, да, то есть это как раз таки давай заплатим за инструменты, давай создадим какую-то площадку, и вот сейчас у нас там попрет, да, мы будем зарабатывать. Вакансии с платным обучением тоже, да, сегодня как раз таки перед вебинаром я зашла на наши местные доски объявлений, это Авито, оно в принципе есть везде, у нас есть также Дром, Форпост, из рук в руки, ну, кто с Дальнего Востока, точно знает. И посмотрела, да, там как раз таки вот кишит всем этим делом, про партнеров бизнеса, про как-то там еще для развития там сети чего-то, да, и также, да, зарплата не указана, испытательный срок и тому подобное. То есть компания сама презентует себя как просто бизнес, да, как компания, которая ищет сотрудников, да, вакансии выставляют, а на самом деле, да, там уже начинается история с платным обучением. Огромный плюс в том, что в нашей команде, да, в команде «Экспресс-карьера» никогда никто за вас, с вас не потребует денег ни за какое-либо обучение, вообще ни за какое, да, все инструменты, которые дает наша команда, они абсолютно бесплатны. Дальше смотрим. Платные опросы, клики за деньги и так далее. Если кто-то проходил вот это, напишите сейчас в чате. Одно время это было очень мега популярно, вот кликать рекламу, проходить опросы. Да, я сама лично точно сталкивалась, там вообще какие-то копейки платят. Вот, Татьяна плюсик, да, поставила. Я думаю, что многие из нас это видели. На самом деле, да, это все из той же серии лохотронов. Вот, да, там копейки вам платят, мини-центы там. И вывести этих денег можно, по-моему, только от $100, если я не ошибаюсь, не помню, уже это было очень давно. Вот, Эльвира тоже плюсик поставила. Дальше, да, вывод денег на WebMoney кошельки. Круто, Татьяна, 500 рублей за полгода опросов, да, сколько времени потрачено из своей жизни на это, да, там кликать всю эту историю. Вот, по поводу вывода денег на WebMoney. Тоже, да, лет, наверное, 5 назад, даже больше, наверное, если у меня ребенка уже 6, наверное, лет 8 назад, помню, училась, когда у меня был сокурсник, и мы с ним ходили, он там что-то выводил, какие-то WebMoney в одном месте в городе, не знаю, как он их зарабатывал уже, да, вот, но сам факт. Наша же компания только официальные деньги, да, платит, только через банк с отчислением всех налогов и так далее, то есть мы работаем только в белую, нет там каких-то виртуальных денег и так далее.
Бежим дальше. Факты, да, почему именно компания Reflame, почему именно компанию Reflame мы выбрали для партнерства. Компания Reflame существует в 62 странах мира, что вообще говорит о очень многом, да, не вообще ни одна, как сказать, не каждая компания, миллиардер, да, может похвастаться такой большой географией. 50 лет на рынке мира и уже, по-моему, если не ошибаюсь, 21 год. В прошлом году 20 лет была Reflame в России, уже, значит, 21 год компания Reflame успешно развивается на территории России. Раскрученный бренд, товары повседневного спроса и цена-качество, да, что это значит? Бренд, что немаловажно, любому человеку можно сказать о том, что какой продукт, да, продукт Reflame. То есть это на слуху, плюс у нас в последнее время даже реклама появилась, да, на федеральных каналах, тоже очень классно. То есть бренд, он известен, его не нужно рассказывать, его не нужно пиарить и так далее. Товары повседневного спроса, о чем это говорит? Это говорит о том, что продукт, да, в здоровской компании, которой можно развивать бизнес на года, на века, да, продукт должен, ну, заканчиваться, да, из месяца в месяц, и с ним легко должно делать товарообороты, приглашать людей делать товарообороты. И вот как раз-таки в компании Reflame, ну, мы все, наверное, не наверное, да, мы все моемся, мы все чистим зубы, кто-то красится, кто-то пьет витаминки, кто-то следит за здоровьем и так далее, да, то есть у каждого есть какой-то там сегмент продукции, да, который он с Reflame или без Reflame, неважно, сколько у него денег в кошельке, он в любом случае будет пользоваться, да, этим продуктом. Ну вот я по себе могу сказать, когда я пришла в компанию Reflame, я не была знакома с продукцией вообще, да, от слова совсем вообще не была знакома, ни элементарно, ни тушь там, да, ни помада, ни гели для душа, ни мыло, ничего не знала вообще. А про то, что у нас есть линейка Wellness потрясающая, да, я вообще не слышала и, наверное, бы не поверила, да, пока сама не столкнулась, не познакомилась с этим продуктом. Вот, то есть изначально, когда я пришла, у меня не стоял вопрос, чтобы себе купить, а чтобы попробовать. Я, как любая девочка, мне хотелось все. Вот, поэтому начала постепенно пробовать, да, и сейчас, наверное, в обычный там супермаркет, да, бытовую химию, наверное, я могу зайти только, потому что у нас нет там порошков, да, каких-то там стиральных, еще что-то. Вот, все остальное я полностью пользователь продукта, мне очень нравится, и я никогда не вскрываю того, что какие-то продукты мне не подходят. Да, то есть первый продукт, я помню, мне не подошел, и я благополучно нашла то, что мне нравится. Вот, для меня это важно, и чтобы продукт лично мне нравился, и я могла о нем говорить спокойно, да, и не обманывать человека, что есть действительно крутые линейки, которыми пользуюсь я сама. И, соответственно, цена-качество, да, то есть есть продукты, которые цены масс-маркет, то есть это, кстати, очень многое даже дешевле, чем в супермаркетах. Я совсем недавно могу рассказать вам такую тайну. У меня закончилось средство, наша феминельку. Я пошла в обычный супермаркет и купила, ну, принцип, да, тот же самый был, что-то там, ну, где-то там за 250 рублей что-то это стоило. Очень мне не понравилось, была я недовольна, и плюс цена была в два раза дороже, чем у нас, я это покупаю. Вот, поэтому опыт мой как раз-таки подтвердился, да, в том, что нет, я больше туда не пойду, буду лучше ждать. Вот, поэтому многие продукты даже дешевле, чем есть у нас, да, то есть гель для душа за 79 рублей, например, очень сложно найти, да, к тому же, чтобы не бояться им мыться. Вот, идем дальше. Товарооборот компании 15,5 миллиарда евро постоянно растет он, да, то есть из года в год он становится больше, его можно посмотреть на официальном сайте компании, там есть открытые источники, да, где можно все это подробно, да, и изучить, если вам это интересно. Дальше, компания платит, повторюсь, официальный легальный доход, мы об этом уже с вами поговорили, и доставка по миру, да, дешевая, доступная, и в России есть более 4000 офисов. У меня доставка на Дальний Восток стоит 227 рублей, и как раз-таки, опять-таки, могу сравнить, что я заказываю книжки из Москвы, доставляют мне их почтой России, либо DHL, вот средняя доставка 1000 рублей. Как вам, да, разница чувствуется. Вот, поэтому для меня это очень даже не зависит, сколько у меня там килограмм или еще что-то, да, если заказывали там, подружки у меня заказывают что-то. То есть это абсолютно ни на что не влияет.
есть фиксированная цена. Девчонок у меня с команды, да, там Крым, рублей 60 вообще доставка, то есть очень круто. Это очень выгодно, что компания заботится именно о о доставке своего продукта. Вот, у Нины тоже 227, Дальний Восток. Смотрим дальше, да, что же вообще нужно делать. Я от себя, да, могу вам, в принципе, рассказать, даже не отталкиваясь от картинок, мы все это знаем, что есть всего-навсего три правила, это пользуйся, приглашай и потребляй. Неважно, будь это компания Reflame или будь это другой традиционный бизнес, магазин хлеба, там АЗС или парикмахерская, любая компания зарабатывает только с товарооборота. То есть за то, что мы такие умницы-красавицы, понятное дело, компания нам не заплатит. Компания платит только от созданного товарооборота. Как этот товарооборот создавать, да, это уже вторая история, да, как мы его делаем. То есть кто-то традиционным, да, методом создает товарообороты. Что это значит, да, это опять-таки каталоги, продажи по ним, да, то есть, ну, сколько можно продать в месяц, да, в каталог продукта. Да, у меня был личный рекорд, это 1000 баллов, это был Новый год, это было единожды, но вообще, да, сейчас масса вариантов, как создавать личные товарообороты, да, при том, чтобы опять-таки не ходить с каталогами. Но мы понимаем, что, ну, на 200 тысяч в месяц мы точно не создадим товарооборот, правда, личный. Мы можем купить для себя, ну, на сколько? На 1000 рублей, да, лично себе в месяц сколько мы тратим? 1000 рублей, 2000 рублей, кто-то 3000 и так далее, в зависимости от количества, наверное, членов семьи. Но я для себя не куплю в месяц на 10 тысяч, да, зачем мне столько продукции, потому что она мне не успеет, да, например, декоративка у меня не заканчивается так быстро, и уходовая продукция за лицом тоже не заканчивается так быстро. Соответственно, нужно личный товарооборот создавать. Да, зачем? Затем, чтобы быстрые деньги зарабатывать, затем, чтобы учить своих партнеров также быстро делать личный товарооборот больше и больше, да. А почему? Потому что мы получаем с товарооборота, мы приглашаем людей просто пользоваться продукцией для себя в том количестве, которое комфортно ему. Да, то есть, ну, не буду уже повторяться, да, на ту сумму, которая ему комфортна. Понятное дело, мы не приглашаем людей в бизнес, чтобы тратить, да, все мы пришли для того, чтобы зарабатывать. Вот, соответственно, нужно научиться организовывать как личный товарооборот, так и групповой. Компании все равно, либо мы продаем этот продукт, либо мы просто пользуемся им. Главное, чтобы продукт двигался, да, компания-производитель, она сама производит продукт. Соответственно, ей важно движение товара, да, вот, соответственно, первое, да, мы просто пользуемся продукцией для себя, заходим в ванну, если вы новичок, да, смотрим, что у нас заканчивается, неважно, где мы это купим, но мы где-то это купим, да, соответственно, выгоднее купить это у себя, получить на это скидку 20% как минимум, да, поучаствовать во всевозможных акциях, там, программах от компании, получить еще и плюшки, подарки всевозможные, и еще и помыться, да, то есть это элементарные вещи, ну, никто вас учить этому не будет, да, вы все это сами знаете. Второе, мы начинаем приглашать людей в команду и рассказывать о возможностях. То есть в команду будут приходить разные люди. Кто-то приходит на продажи, да, почему? Потому что это выгодно. Компания Reflame для тех людей, кто занимается именно продажами, дает скидку уже от 32%, да, и всевозможные программы, премьер-клуб и так далее, да, где скидочка дополнительная у вас еще появляется. Люди приходят, они продают, да, берут каталоги, раздают их, собирают заказы. Это здорово. Есть люди, которые, если вы умеете, да, продавать, любите это делать, это очень классно. Я прям всегда восхищаюсь людьми, которые умеют, могут продавать. Есть люди, которые приходят к вам в команду для того, чтобы просто пользоваться продуктом. Они хотят экономить, у них есть консультант, который приносит им на работу каталог, но они знают, что можно зарегистрироваться и пользоваться дисконтом. Опять-таки, да, и заказывать, когда им удобно, там, может, под какую-то акцию прийти, там, на розыгрыш или еще на что-то. А вот люди, такие как я, как вы, да, как те люди, которые заинтересованы именно в бизнесе, они будут обучаться, будут приглашать новых людей, рассказывать о возможностях и так далее. И вот вы, как человек, который зарегистрировал этого нового партнера в свою команду, неважно, на что он пришел, вы всегда будете получать свой процент со всех покупок этого человека. И когда этот человек пригласит другого человека, вы с него будете тоже получать, с его покупок всегда будете получать тоже свой процент. Это очень здорово. Огромное преимущество нашей команды в том, что мы помогаем, да, всем новичкам, как информационно, да, так и приглашать новых партнеров в их команду. Да. То есть пока вы обучаетесь, включаетесь в работу, мы уже дальше регистрируем людей друг по другу, вашу цепочку, да, вашу команду.
То есть пока вы обучаетесь, да, ваш бизнес также начинает дальше расти. Вот, это по поводу трех правил, да, что же нужно делать. Ну и повторюсь, да, что суть любого бизнеса, неважно бизнес Oriflame или традиционный бизнес, это создание товарооборота. Мы как раз-таки создаем товарооборот, используя интернет. Вот, создание любого бизнеса – это создание товарооборота. В любом бизнесе продвигаются товары или услуги. И чем больше товар или услуга пользуется спросом среди людей, тем больше ваша прибыль. Ну и что такое товарооборот? Да, товарооборот – это объем проданных или купленных товаров в денежном выражении за определенный период времени. В нашем случае, да, у нас 17 зарплат в году, так как у нас 17 отчетных периодов, 17 каталогов. Классно, да, не как на обычной работе, где мы получаем всего 12 зарплат. Вот, ну и, соответственно, отчетные периоды у нас длятся 21 день. Единственное, только первый каталог у нас длится 27, да, потому что, ну, тут 1 января и вообще праздники до 10, да, не все такие молодцы, как мы, которые пришли на обучение, кто-то еще до сих пор празднует. Смотрим по доходам, да, что же вообще получаем и сколько компания платит. У нас это данная табличка идет до уровня директора, да, ну как минимум планочка, я думаю, у всех это директор, да, с доходом от 30 тысяч рублей в месяц. Вот такие вот процентные уровни слева вы можете видеть. Так, мышку сейчас включу, да, чтобы чуть-чуть ориентировать вас. Первый столбец это идут у нас уровни от 3 до 22%. Сколько баллов необходимо для того или иного уровня, да, чтобы расти. Какой товарооборот в рублях. Да, и какие квалификации, да, то есть с уровня 3-6% вы консультант, с уровня 9 вы уже становитесь менеджером, доход в среднем 1000-2000 рублей именно от группы, плюс у вас, если вы зарабатывающий партнер, у вас еще идут скидочки дополнительные, да, дополнительные к вашему доходу, это премьер-клуб, плюс немедленная прибыль, вот, все это вы можете видеть по этому слайдику. Я думаю, что такой слайдик есть у ваших директоров, наставников, вы тоже можете по нему отталкиваться, да, и планировать уровень ваш, тем более сейчас начало года, самое время, да, запланировать, как вы будете расти. Ну и дальше, да, конечно же, не заканчивается карьерная лестница, да, доходы. Здесь вы можете посмотреть, какие доходы идут с уровня директора. По России, если то смотрим правее, да, вот здесь, это идут доходы в месяц, доходы в год и премии. Помимо доходов, да, у нас еще по закрытию званий, когда вы становитесь директором, вы получаете премию $1000, старший директор это 1500 и так далее. То есть здесь ограничений нет. Кто-то приходит на доход в 30 тысяч рублей, кто-то в 100 тысяч и так далее. Я когда пришла, у меня были декретные 3200 рублей, по-моему, около 3000. И понятное дело, ну я думаю, на 3000 вообще нереально прожить. При всем желании и при всей экономии на 3000 невозможно прожить. Я когда пришла, я думала, ну мне бы хотя бы 1010 бы зарабатывать, я бы вообще была самым счастливым человеком. Вот. Ну и, соответственно, аппетит разыгрывается, да, во время еды. Сейчас планы, конечно, выше, больше. И я думаю, что каждый из нас, да, сколько бы ни зарабатывал, соответственно, всегда хочется больше, потребности также растут. Вот, поэтому ни в коем случае, да, не ставьте себе маленьких планов, обязательно планируйте. Впереди целый год, за год можно сделать очень здоровский результат. Какие возможности дает компания? Первое, это возможность, конечно же, деньги, да, то, ради чего мы здесь с вами все собрались. Мы пришли зарабатывать, и, конечно же, как бы ни говорили люди, что главное там счастье не в деньгах и так далее, да, в их количестве. Вот, поэтому с деньгами, конечно, можно сделать многое. И у кого есть детки, это, конечно же, порадовать деток, это и элементарные какие-то бытовые вопросы, да, и кто-то хочет новую квартиру или вообще квартиру, да, потому что ее нет, кто-то машину, кто-то хочет обучение себе либо детям, а кто-то просто хочет наслаждаться жизнью, у всех есть какие-то цели, я думаю, что каждый найдет, куда потратить, да. Второе – это путешествие за счет компании. 1-2-3 раза в год, в зависимости от вашего уровня, да, от вашего звания в компании. С уровня менеджера вы уже можете квалифицироваться на бесплатные поездки, которые проводит компания. Только в нашей компании Oriflame есть менеджерские конференции. В среднем это когда вы уже менеджер
ну, 15 обычно, да, где-то в среднем 12-15, вы уже можете путешествовать. Первую менеджерскую конференцию, которую я получила бесплатно, поездку от компании, я проходила с уровня, если не изменяет мне память, с уровня, наверное, 9 или 12%, успешно квалифицировалась на поездку в Турцию. Потом также проходила квалификацию на поездку в Сочи, также долетала, то есть именно с компанией Oriflame я впервые летала, это очень круто. Кто с Дальнего Востока знает, да, что нам до Москвы самостоятельно, если лететь, да, туда-обратно, в среднем 30-40 тысяч только на билеты надо. Одному человеку просто слетать, не говоря уже о том, чтобы там куда-то сходить, позволить себе и пожить. Вот, то есть это очень классно. Компания полностью оплачивает ваше проживание, ваш досуг, отдых, развлечения, обучение. Это очень здорово. И, конечно же, это огромная команда единомышленников, где более 1000 человек, горят идеи, да, успешные люди, которые квалифицировались туда и поехали. С уровня директора вы уже получаете приглашение на банкет директоров в Москве, в Олимпийском, тоже очень круто, здорово, где вас чествуют, поздравляют звезды, да, певцы, актеры, приглашенные, да, это вообще непередаваемо. Кто не видел ни одного ролика с банкета директоров, обязательно прям забейте в Ютубе или попросите ваших наставников, да, показать вам. Это непередаваемо. Там должен побывать каждый, потому что после этого, как бы это высокопарно не звучало, но ваша жизнь изменится на до и после. Это очень круто. Дальше смотрим, да, с уровня золотого директора вы уже едете на бесплатную конференцию. Вот у нас сейчас, если я не ошибаюсь, в Испании, а нет, Пальма де Майорка на неделю от компании бесплатно, опять-таки, ребят, очень круто. И бриллиантовые директора сейчас поедут у нас в Австралию на бриллиантовую конференцию. Третье – это авто от компании в подарок или на выгодных условиях лизинг. С уровня директора у вас появляется еще один доход от компании – автобонус от 6 до 12 тысяч рублей. Вы эти денежки можете либо тратить на ваши нужды, какие вы хотите дополнительно к вашему доходу, либо также можете на очень низкий процент взять автомобиль, да, на выгодных условиях, и этой денежкой, получается, его выплачивать. С уровня бриллиантового директора это бесплатный автомобиль на выбор, да, там, если я не ошибаюсь, по-моему, выбираешь между Audi, BMW и Lexus, да, по-моему, вот так. Вот, это абсолютно бесплатно, и каждые 2 года компания обновляет автомобиль, если ты растешь, развиваешься, да, очень круто. Дальше смотрим. Четвертая возможность – это получать признание от компании за свои заслуги. Это вот то, о чем я говорила, это конференции, это всевозможные банкеты от компании, которые организуются. Также, да, вас чествуют и поздравляют. Конечно же, это сменить круг общения, да, то есть, как говорят, если ты хочешь быть успешным, да, окружи себя успешными людьми. И здесь как раз-таки, да, не как на наемном труде, где есть еще 10 сотрудников твоей же должности, которые думают, чтобы тебя подсидеть, чтобы ты там не получил больше, чем они и так далее. Здесь же каждый за тебя порадуется, да, за твой новый уровень, за твое новое достижение, всегда тебя похвалит, поддержит и будет чествовать, также и компания. Ну и, конечно же, круг общения – это люди, которые также замотивированы, как и вы, которые хотят добиться большего, которые хотят что-то изменить, да, не работать по найму и так далее. Изменить себя в лучшую сторону, поумнеть, постройнеть, похорошеть и так далее. Да, у нас проводятся всевозможные тренинги, можно и развиваться как лидер, также можно развиваться в сторону правильного питания, косметологии, визажа и так далее. Да, Кать. И седьмое, быть уверенным в будущем, да, и передать бизнес, работающий бизнес по наследству детям. В компании практикуется, это прописано в этическом кодексе, что ты имеешь полное право передать свой бизнес по наследству своим деткам, что очень здорово, да, мне кажется, ни в одной работе, вообще нигде такого нет, да, что вот сегодня ты преуспевающий менеджер, например, какой-нибудь топ-менеджер компании, а завтра, не дай бог, что-то с тобой случилось, да, и ты больше не приносишь денежку домой, да, ты не можешь передать свою зарплату кому-то из близких, здесь как раз-таки это можно сделать.
Дальше идем. Первое действие новичка после регистрации. Что необходимо сделать, если вы только новичок и вы только зарегистрировались? Необходимо активироваться в бизнесе, разместить любой активационный заказ. Я, конечно, всегда рекомендую посмотреть на все акции, которые проходят именно в вашей стране, да, чтобы потом не было обидно, что прошло время для участия в этой акции. Обязательно участвуйте, да, обязательно тормошите вашего наставника, говорите, чтобы вам рассказали про все акции, которые сейчас идут, в которых вы можете принять участие. Дальше вы начинаете обучение, вас добавляют в чаты, вы приходите на вебинары, подобные сегодняшнему. Они у нас проходят 3 раза в неделю, обычно в 13 и в 18 по Москве. Сегодня, кстати, вебинар будет чуть-чуть пораньше, в 16 по Москве. Если вы уже ключевой партнер, работающий партнер, обязательно попросите пароль от него у вашего наставника. Да, там будет классная тема, сегодня буду вам рассказывать. Дальше вы выбираете метод работы, выбираете, в какой социальной сети, либо каким методом вы будете работать, где создавать площадки и так далее. Выходите в рекрутинг, начинаете рассказывать о возможностях, приглашать новых партнеров в команду. На всем этом пути, конечно же, у вас будет наставник, спонсор, да, вашей команды, менеджер. Нигде, как у нас, да, кроме как у нас, наверное, ваш наставник – это тот человек, который заинтересован в вашем росте. Он напрямую зависим, да, от того, как быстро вы начнете зарабатывать. Именно здесь финансово любой наставник, да, всегда заинтересован. Чем больше будете зарабатывать вы, тем ваш наставник тоже будет больше зарабатывать. Вот поэтому никогда, да, не подвергайте сомнению слова вашего наставника, он никогда вам плохого не посоветует, только лучшее, да, только то, что работает. Вот. Очень здорово, если у вас есть наставник, потому что лично я росла без наставника, без спонсора. Это не помешало мне, конечно, таки сделать результат, но если у вас есть наставник, обязательно, да, оцените его, он вам всегда будет помогать. И дальше уже, да, вы выходите в регистрацию новичков, ваша команда начинает расти, вы становитесь тоже наставником, и на всем этом пути, да, вы также обучаетесь. Вот, в принципе, я думаю, что ничего сложного, да. Вспомните, как вы пришли в команду, да, как кто вас пригласил, на что вы пришли, и вам просто нужно будет делать то же самое. Вот, все инструкции у вашего наставника есть. 80% ваших усилий нужно в начале работы. Да, вот в начале прям обязательно нужно по максимуму, как бы сложно ни казалось, и, потому что это ново для вас, да, вы в этом будете учиться, но в самом начале это вот 80% усилий, которые нужно будет приложить. Нужно запустить ваш бизнес, ваш снежный ком, и потом, да, ваша команда начнет расти, у вас будут постоянно новые уровни в команде, доход с каждым месяцем будет все больше и больше, очень круто. Да, и вы потом посмотрите просто статистику, да, того, что вы делали, как вы росли, да, сколько людей приходило в вашу команду, и то, что вам помогло сделать результат. Вам необходимо запустить, да, это терпение, ежедневно повторять действия, да, которые прописаны в инструкциях, обучаться обязательно, неважно, новичок, вы менеджер или директор, обучайтесь всегда. Почему? Потому что работаем мы через интернет, какие-то методы вчера работали, сегодня не работают, обязательно нужно быть в тренде, смотреть, да, и знать, держать руку на пульсе, то, что дает результат сейчас. Хочешь быстро выйти на доход, соблюдай 4 правила для новичка. Первое правило – выходи на связь со своим наставником. Если вы молчите, он не сможет вам подсказать и помочь. У вашего наставника, скорее всего, несколько новичков в день, да, и, соответственно, спонсор работает с тем новичком, который активен, который показывает, что он заинтересован, что он хочет работать, развиваться. Обязательно пишите, не стесняйтесь. Нет глупых вопросов, да, нет каких-то там… У всех новичков одни и те же вопросы. Просто станьте тем активным новичком, который хочет сделать результат. Да? Показывайтесь на глаза вашему наставнику, будьте активны в чатах, и обязательно наставник обратит на вас внимание, и будет все больше и больше, да, с вами быть на связи и вас контролировать, как бы это ни звучало, да, и всегда вам помогать. Правило номер 2. Не стесняйся задавать вопросы. Спонсор достается тому, кто его достает. 3 правило. Не бойся ошибиться. На ошибках все учатся. Нет ошибок только у того, кто ничего не делает. Вот, это важно очень запомнить. Ошибки есть у всех. У любого лидера, которого вы видите, который историю успеха вы смотрите, у каждого этого лидера были ошибки. И только потому, что он их делал, да, он понимал, и сейчас вас не научит тому же, да, что он уже прошел и знает.
Не зацикливайтесь на просмотре вебинаров, начинайте действовать уже с первых дней работы согласно обучению и практике. Да, то есть можно быть вечным студентом, очень многое знать, но ничего не делать. Время идет, да, стартуйте прямо сейчас, потому что первый каталог, знаковый каталог, да, как там говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Да, так в нашем случае тоже, да, как первый каталог закроешь, так и весь год будешь, да, будешь работать, будешь расти, весь каталог, весь год у вас также будет идти рост. А, ну и о доходах, да, хотела показать свой доход, нашла вот такие скринчики, они уже, правда, не свежие, это когда я закрывала директора, здесь получается премия, бонус по программе Turbo Роста 70 тысяч рублей за быстрый рост компания перевела, дальше смотрим, премия $1000, вот, так, курсор, я думаю, что мой видно, 79 500, вознаграждение за достижение нового звания. То есть на тот момент курс был 79 рублей 50 копеек, вот как раз таки, да, 79 500. И общая сумма вознаграждения 104 тысячи, это тоже была единовременная выплата. Дальше смотрим. Я делала видео на днях итоги года, сколько компания начислила мне за прошлый год. Здесь вы можете посмотреть организация «Индивидуальный предприниматель Царенко Наталья Владимировна». Период с 1 января по 29 декабря. 18 поступлений за прошлый год было на сумму 559 192 рубля 84 копейки. Это за прошлый год. Если посчитать, вот это те начисления, которые пришли именно на счет в банке, в среднем где-то выходит 45-48 тысяч рублей. Ну, можете посчитать, я уже не помню, видео записывала вот буквально на ту неделю. Я думаю, что это крутой доход. Тут по-другому не скажешь. У нас на Дальнем Востоке, я, кстати, не сказала в начале, да, по образованию я товаровед. У меня есть красный диплом, никогда не работала товароведом, я всю жизнь проработала в торговле, да, это я говорила уже, у меня есть параллельно псевдобизнес, который уже ничего не приносит, это, как я сказала, мамина хобби, она туда ходит, там, в этот магазин, и вот она там сидит. Значит, к чему веду? Если бы я пошла по профессии, да, сейчас с моим даже красным дипломом, я бы зарабатывала, ну, так, где-то 1020. У нас на Дальнем Востоке 1020. По Москве я сегодня посмотрела. Ну, 1040 бы я бы зарабатывала. Ну, может быть, 45. Да? То есть, при том, что если это традиционный бизнес, то это с 9 до 9. Без выходных, без отпусков. Потому что это бизнес, который нельзя оставить. Да? И, соответственно, вообще никаких там корпоративов даже, а утренников. Да? Ну, на злобу дня, то, что у нас сейчас было. Да, это утренники, там какие-то праздники еще, да, всевозможные. И доход в среднем, ну, наверное, такой же, да, на традиционном бизнесе получается, как я бы получала здесь. Но здесь я сама себе велосипед, да, то есть я могу вообще не работать несколько дней, у меня вообще может не быть в сети. Я могу уехать куда хочу, когда хочу. Хочу ночью поработаю, хочу вообще не поработаю, да, то есть понятное дело, что это не на старте новичка, и это нужно сначала сделать, да, то есть когда у тебя есть команда, которая работает, и когда ты открываешь отчеты, у тебя в день присоединяется там 5-10 новичков без твоего участия, это очень круто. И ваша команда будет точно так же расти, если вы примете сейчас решение, начнете работать, да, делаете результат. Ничего сложного, да, у меня тоже две руки, две ноги, одна голова, и вообще у меня там нет какого-то великого образования. Я пришла так же, как и многие, с нулем, да, то есть у меня не было опыта в этом, вообще не было опыта. Я смотрела вебинары, они у меня были включены сутками, я их слушала, да, просто как фон, фоном радио слушаешь, да, и постепенно просто делай, даже не понимая, для чего я это делаю, и как вообще из всего этого что-то получится, но в данный момент, да, есть команда, самая лучшая для меня команда, да, девчонок, которые сейчас развиваются, лидеров, это очень круто, да, то есть есть к чему стремиться, и понятное дело, да, что это не предел там моих мечтаний, да, и сейчас я также развиваю новые команды, и я думаю, что в этом году будет еще несколько команд, да, новых лидеров, команда к нам придет. Вот, так, на чем я остановилась, это последний слайд, мы с вами уложились 40 минуток, хочу поздравить вас еще раз, да, кто не был на начале вебинара с этим годом, мне вот очень понравилась эта картинка сегодня в директорском чате, 2019 год, год парящего орла,
расправляем крылья и летим. Нечего хрюкать, вот, как бы это ни был год свинюшки, да, мы сами делаем этот год, мы делаем его таким, каким мы хотим его видеть, и итоги года, да, мы тоже видим такие, какими мы этот год сделаем. Вот, поэтому я всем желаю легкого старта, больших успехов, и чтобы этот вебинар вам был чем-то полезен сегодняшний. Если какие-то вопросы у вас есть, вы всегда можете найти меня в чате. Также можете задать здесь, если я на что-то еще не ответила. И сегодня в 16 по Москве, потому что это у меня будет уже 11 вечера, я проведу вебинар по рекрутированию в Одноклассниках, как сделать от 40 регистраций в каталог личных. Не для новичков, конечно, да, если вы уже активный партнер, обязательно попросите пароль вашего наставника, и я вас буду ждать. Спасибо вам большое за отзывчивость в чатах, приятно было с вами сегодня поработать. Всем пока! Да, и до встречи в чатах. Пока-пока.